Раз, два, три, четыре, пять, ребята. Всем привет, приветствую. Сегодняшней трансляции, посвященной Injustice, в этот раз долго просили. И в этот раз я уж подумал, что давайте попробуем, посмотрим на Injustice, который на PC. Да, это PC. Injustice, который на компьютере. И сейчас мы посмотрим, как тут вообще живется людям. Честно, не знаю. Я вот буквально потыкался. Хочу заметить одну важную вещь. То, что нету input лага. Да, пека. Пека. Всем футбол, Терен Фихер, Алекс, Артбрейн. Кто у нас? Хадром Wave вам всем всех приветствую. Сейчас чуть потянется народ. Мы новостей немножечко расскажем. Новостей, касающихся Mortal Kombat X. У нас прям сегодня неплохо завезли новостей. Я прям сидел и унывал на тему того, что новостей вот на этой неделе прям вообще пусто было. Вот я сидел и пусто. Сижу и пусто. Ух ты. Классно, мне нравится прям. В смысле нету input лага? Ну, смотри, все-таки мы играем на всяких телевизорах, на устройствах, которые имеют там. Ну, как это объяснить проще? Проще объяснить, это лаг, задержку ввода. То есть это по-русски. Вот, задержку ввода, и когда ты, например, нажимаешь на кнопочку, вот так вот на стике, там, не знаю, вот с какой, вот как быстро она отреагирует на твое нажатие, это и называется input lag. Если ты будешь покупать консоль, то для того, чтобы, ну, самый правильный телевизор для этой консоли, для консоли ты можешь выбрать, это монитор, там input лагов, как правило, вообще не бывает. Либо же ты можешь попробовать найти телевизор, который не имеет input лага, потому что input lag, вот, на некоторых телевизорах input lag существует очень большой, то есть у тебя будет, ну, погугли там input lag на консоли. Там есть очень много роликов и со Street Fighter, и со Street Fighter, и с Mortal Kombat. Не знаю, ну, по Street Fighter чаще всего делают там input lag. То есть это на самом деле такая проблема есть. Так что если вы будете выбирать телевизор, то знаете, то есть вот такой вот. На девайсах есть input lag. То есть, например, на моем стике, который валяется сейчас под кроватью, был хороший input lag такой. То есть на девайсах есть input lag. Их вымеряют специально. Так что тут все это присутствует. В сравнении с ПК-версией, просто его тут нет. Вот и все. Да, нужно тут вот так делать. Сейчас. То есть на консоли есть input lag. Ну, вроде вот так вот ништяк, кстати. Главное это попадать. То есть я не. Я рано нажимаю. Можно вот так вот делать. Самое смешное, вот исчисление у Injustice, исчисление комбо я не раз говорил, то, что оно немножко тут упорото. Упорото в какую-то неправильную. Ну, то есть
делаешь комбу, и у тебя только процентное соотношение, всегда, что ты можешь сделать вот, вот так вот комбу. Сейчас. То есть, все, блин, ну, сейчас. Чтоб тебя. То есть, 37%, что вот так вот. Хотя это легче. Вот это легче сделать, чем вот задеть вот так вот копьем. Вот. То есть смешно порой бывает вот, смотреть, как... То есть еще интересно, что когда вы делаете в воздухе, там сильный удар, ну там это средний удар копьем, наверное. Вот, он в любом случае, вы сделаете 37 урон. То есть, если я даже вот так вот сделал. То есть, по-моему, если я сделаю вот так вот, будет те же самые... Те же самые 37, ну, может быть, 40. Да, 37% урона. То есть... Да. Без разницы. Что так? Что так? То есть хитов больше, урон один и тот же. То есть это, я так понимаю, своего рода скалирование урона. То есть уменьшение его из-за количества хитов, а может быть и нет. Ну. Ладно, разбираться не буду. Но вводит в ступор такая система, то есть... А смысл-то комбить дальше? Ну, там копить метр, но... Ой, нет, не противостояние. Только зачем этот метр мне нужен? Вот вопрос. Отлично. О. Альтернативный вот стоит. Ну, я его поставлю. Но он удобней. Через карту играю без input lag. Понимаешь, там... Суть даже не в... Input lag карты. Суть немножко в другом. Чё ты меня отклонил? Суть в другом. Суть в том, что он на input lag, например, через прямую, через, ну, напрямую нету input lag, на Aquaman. The Flash. Так стоп, во Flash или же вот этот вот мужик? Непонятно. На. Если ты будешь. Возьмешь устройство какое-то, вот, которое имеет input lag, там телевизор, геймпад там альтернативный, он может иметь input lag. Input lag он может быть везде. Что, не только. Но все равно брошу. Это вовремя. Да ладно, она автокорректится. Не знал. Рассчитывал, что я подниму, ну, достану. Целый гир, здравствуй. Ах, как хороша. Ладно тебе. Ну, сраный пин. Закомбить
БНБ комбо за Аквамена жутко сложно. Там такие тайминги. Ксин, здравствуй. Что такое смердяк? Дестрок сегодня будет? Мне запрещают на нем играть. Не, ну я могу, Ксин, если ты хочешь, если ты очень хочешь, то я могу его взять, мне не сложно. Просто немногие вытерпят дестрока. Понимаешь, дестрок это... Это очень жестоко. Я не думаю, что некоторые люди готовы к этому. Ну, перфект мне сорвал. Ох уж эти хитбоксы. Не говори. Зе, зонинг. Может другого персонажа взять? Вы говорите, если хотите кого-нибудь увидеть, может быть я тогда, пока Эрон Фатхар не сильный, я могу другого персонажа взять. Будет дестрок, я не смогу говорить, что Bad Girl, бери эту ту балансную бабу, да? Я знаю о ней. И бум, просто по голове. Закомбил. Неплохо. О, на угоде, здравствуй. Ну, что ж ты будешь делать, Адуан? Нет, что-то как Мэн вообще стронг. Аквамен вообще просто непобежденный. Аган, здравствуй. Мама велела тебя нокаутировать? Силёнок-то хватит. Да, такие старые перлы. Про Аквамена. Блин, кого я хочу? А, да. Bad Girl, брат. А можно... Только один костюм. Какая она беспомощная. Аквамен недооцененный персонаж. Персонаж игры или персонаж. Потому что в игре-то он достаточно. Это фраза из Ки, а кто там говорит такую фразу? Ну, для начала надо понять спешл у нее. Ага. Так, я нашел. Я
Я нашел один спешл у нее. Нажми на кнопку. Правильно. Хорошая девочка. Бей кулаком по лицу, зачем ты спешл? Ну да, в принципе, ты прав. Я хотел как потный мужик. Я не знаю, что делает ее стойка. Как и в принципе то, что я здесь делаю, ну ладно. У нее дэш очень хорошая, она потенциал может быть очень сильным. Да ладно, победил. Best girl in the world. I'm the best cat woman. Да-да-да. А, ну я понял тебя. Так, ну сейчас мы... Сейчас надо Bad Girl. На Bad Girl победить и как раз сбросим новостей. Ау. Наверное, после этого надо джаглить, да? Вы так не считаете? Неплохо. Если учитывать, что там везде плюсы, то вообще такой. Да, слушайте. Совсем такой неплохой блокстринг получается. Просто из-за панч. Да, вот это вообще великолепно. Костюм на флеше пугает. Понимаешь, а может кому-то нравится. А ты можешь Свейка мешать спешл, мешать блокстрингами? Я могу. Конечно, это не есть хорошо, но... Ай. Ну, у меня же тоже есть усиление спешл. А, хорошо, вспомнил там, что эту лампочку можно опрокинуть. Так, да, сейчас немножко отвлечемся. У нас есть много новостей, связанных с Mortal Kombat X. Прям уж совсем много. И, наверное, первая новость, которая... Подровняю немножко. Первая новость — это анонс семьи Кейджей. Вот буквально сколько? Буквально час назад был анонсирован ролик, в котором показали... Ну, пока ролик не прорендерился, показали трех персонажей. Ну, двух новых. Даже нет, стоп. Сейчас. Ну да, трех точно показали. Вот давайте сейчас заметим. Ну ладно, я потом покажу. Сейчас смотрим по королю. Семейка Кейджи будет. То есть это Сони Кейдж, Кейси Кейдж и Джонни Кейдж. Они анонсированы. И сейчас нужно будет... Вот можно заметить Кенши.
Сейчас Мелина показана. Ну и Гора. Больше тут ничего нету, но стоит отметить, конечно же, стоит отметить, то что вот если присмотреться на... перемотать на 28-ю секунду, то вот тут вы увидите какого-то непонятного персонажа. То есть, ну, я так-то вижу, что это темный, ну... Там же что-то уже ходили слухи по поводу темной Китаны. А это у нас какой-то темный Джекс, потому что... руки как намекают на то, что это они механические и, скорее всего... Да, это вот первый, так скажем, персонаж, который... Отсылка на Сияние. Шакаргус, привет. То есть дальше мы смотрим X-Ray... Джонни. То есть странно, что Джонни будет драться без очков и в тужурке. То есть так, это можно промотать. Вот тут вот сразу смотрим о том, на том, что у Сони будет парирование, то есть Берри через удавку, и я думаю, что это можно будет как-нибудь... Ну и стандартные, да, стандартные ее мувы. Это, скорее всего, бросок. Джек же негр, он так... Да, вот тут мы видим, у нас в стори моде 100% будет... я все время забываю его ник. Только что. А, да, Кенши. Вот тут нам показывают на уже... Только что показали Мелину. А это у нас Шинок. То есть это только пока в ролике их показали. Будут ли они играбельные? Но Мелина, кажется, мне все-таки играбельный будет. Потому что, ну... Я слышу, что ее точно... Точно анонсируют. Так, это, в принципе, наверное, первая сегодня такая крупная новость, потому что все остальное это, скажем так, лишь отчасти плохие новости. Вот. Самая, наверное, плохая новость это то, что... Так. Самая, наверное, плохая новость это для обладателей паст... Гена. Сразиться с тобой можно? Можно. В первую очередь, самое плохое, это те, кто обладает пастгеном, потому что для них... игру перенесли аж на 75 дней. После релиза, после, собственно, основного релиза, то есть на 30 июня, то есть это очень долго, свидетельствует этому объявление на, ну точнее не объявление, а если вы зайдете на Amazon и посмотрите на дату релиза PC 3 и Xbox версии, вы увидите то, что игра... выйдет именно вот 30 июня. То есть это пипец долго и не повезло парням, но я думаю, они все знают, что делать. Они просто смело отменят предзаказ и... и просто купят PC-версию. Thank you.
Да это активатор, нифига себе. Проверь, посмотри, что ты купил, или и пиши этим. Пиши техподдержку, я думаю, они вернут. Они там часто разбираются с такими вопросами. То есть в техподдержке, я думаю, тебе ответят, и ты сможешь отменить. Так что... Neox Gamer, здравствуй. Давайте создадим лобби, и кто хочет присоединить, а? Как думаете? Давайте так сделаем. Там я и на достройке поиграю. Ты в какой комнате? Я сейчас попробую создать комнату. Закрытый царь. Чем отличается последний герой от царя горы? Не знаю, наверное, ничем. Так, кто у нас точно хочет, наверное? Айрон Фатхер куда ушел? Я же с ним хотел поиграть. И почему идет завершение игры? Что-то непонятное, ну ладно, сейчас. Аня Скворцова, здравствуй. Бамсан, здравствуй. Пека, какая гадость. Меня просто игру закрыло. Классно, меня это радует. Ну, меня просили, так что я, скажем так, был вынужден просто. А, понял. ПГ ХП не регенится, а... Попробуем. Чем Бандалер второй? Ну, потому что Инферно вчера поддержал на больше. Так. Ну, нужно не создать, а закрытый поединок. Последний герой. Да? Да. Хорошо, приглашаем. Кого мы можем пригласить? Почему идет завершение игры? Материальная поддержка? Материальная, да. Ну, саппорт. Какие у всех стримеров? Кто-нибудь создайте царя горы, это у меня сейчас бомбанет. Наверное, я все-таки сейчас стримлю, да? Игра, может, ты еще умнее меня будешь? Говорить мне, что... комнате кидать? А как создать царя-то горы тогда без комнаты, когда он мне говорит сначала... говорит мне, пригласите друга. Как всегда, магия. Давайте я это пропущу все. Я уже... мне надоело это. Хорошо, попробуем еще раз. Бери Doomsday, я и так знаю. Просто создаешь комнату, и вот я тебе и говорю, что я не могу... создать. Вот это проблема. Закрытый вход.
Нет, мне это явно не надо. Жесть, так, такой геморрой. То есть можно создать закрытый поединок и приглашать в комнату. Или же можно... Ну, давайте попробуем войти в комнату. Тут-то можно? Короче, герой сортирует список, бросьте. Сложно. Руки бы оторвать этим. Кстати, именно из-за этих людей, которые вот сейчас делают порты для Mortal Kombat и Injustice, именно из-за этих людей и откладывается версия для пастген консолей. Вот и все. Такие вот пироги. Я бы на месте, конечно, этого уже бы давно распустил эту студию. Ну ладно, у них другого выбора нет. Я зайти никому не могу. Самое смешное. То есть мне кидают вызов. Мне кидают вызов, а я зайти не могу. Господи. Как это см. Ну, пошли, Шакаликус. Просто я серьезно, меня вот сейчас люди говорят. Пошли играть, а я не могу. Белый IP. У меня только этот. Я даже не скажу тебе, какой у меня IP. Вряд ли. Постоянно, я говорю, вот постоянно у Injustice какие-то, у игр NetherRealm какие-то проблемы. То у них лагучий онлайн. Белый IP важен для игр. Ну, ты понимаешь то, что... Ну... Я это все знаю. Это, знаете, это сыпать соль на рану, сидеть такой. Знаешь, Адуан, хороший интернет важен для игр. Я такой сижу, да, ребят, я понимаю. Но в моей жеванной квартире только один провайдер. Один. Потому что живу я в сраной пятиэтажке, в которой живут только бабушки. Которым нахрен эти интернеты не нужны, они обрезают кабеля. И ходят тут, сверлят и сверлят. Перестрелять бы всех и снести их к чертовой бабушке. Но только жилище дешевое, так что... В Ростелекоме? Меня нету. Нет, там нету 20-30 рублей. Так что ты не прав. Чеховка, что ли? Ну, да я фиг. Я не знаю, не разбираюсь в этих там хрущевках, сталинках. Для меня это... У меня мама риэлтор, но я все у нее особо не парюсь спрашивать. И ребята, учитывайте, что... Учитывайте, что не у всех, в каждом регионе провайдеры, они разные. Ага. Так что я просил, я говорю, ребята, выделите мне, дайте мне выделенный IP. У вас нету этой функции, простите.
Я уже 1000 раз говорил людям, что ребята, ну, говорил то, что Ростелеком это такой провайдер. По-моему, это животное можно перебить, когда ударить Зода, да? Я даже не знаю, зачем я буду играть с Голки, потому что Голки задрот в эту игру. Он задрот в СФ и задрот в... Чакалькас, ты бы лучше так в Street Fighter играл. Серьезно тебе говорю. А кто тренирует, блин, самые изи игры? Эй, не то. Реверсал. Отлично! 1, 2, 3, 4. Ага, он перебивает в воздухе, да? Это радует. Невекс не смотрит стрим. Ну и правда, зачем смотреть стрим, когда можно поиграть на стриме? Логично. Если бы Injustice был нормальной, хорошей, хорошо портированной игрой, я бы сделал это. Зачем я сейчас 15 минут рассказывал о том, что... Ну, я к тебе присоединялся, но меня просто выкидывало. Отлично! Вообще такой хороший спешл у Зода. Хороший. И оверхед. Угу. И перри. Да, Зод неплохой. Ничего, Шакаликус в этом смогу отомстить. В стритфайтере. Я, кстати, не понял, а что там пишут? Это чья-то мамка, что ли? Хороший джагл. Вообще прекрасный просто. Лиса... Нет, я не знаю, кто это такая. Просрал метр. Отлично, ладно. Любители порнухи, а это какая-то актриса порно. Что у меня желание в Injustice сыграть все меньше и меньше. Да ладно, он там.
Отлично! Да ладно, да как ты смог заджаглить-то? Хитбоксы! Вот это прекрасно! Вот это вообще просто, ну... Вот это я называю... Блин, Шакаликс, что ты нашел в этой игре, что ты ее так замейнил? Жесть! Вот скажи мне... Серьезно? Ты ж... Люди играют в Street Fighter? Ну ладно. Там, Mortal Kombat. Есть много хороших игр. Ждем. В дверь звонят. Мамка пришла. В принципе, я победил. Хадоу, здравствуй. Я сегодня на самом деле очень долго думал, стримить ли Injustice. Если бы не было там людей, которые хотели поиграть, я бы, наверное, даже... Я сегодня хотел постримить Street Fighter. Вот прям я сидел сегодня так и думаю, надо постримить Street Fighter. Ну, точнее, шел с собакой гулять. А потом я подумал, что это некрасиво будет перед людьми, которые ждали там Injustice, и решил, что... Нет. Нет, плохая игра. Я этого не хотел делать. Нормально Свейка такое делать. Окей. Окей. Да... То есть это Мити перебивает все, да? Прекрасно. Как мне нравится эта игра. У нас есть 4-фреймовый бросок, но Мити когда перебивает... Стоп. Я не могу делать бросок из-за того, что... А как делать бросок-то? Магия. Нокс Геймер, я знаю, я это все читал, и я принял на его... Стрим SF? Ну, нет. Я через часик два я просто уже закончу стрим. I win. I always win. А, как у меня горит от Injustice. Что-то я просто... Каждый стрим... Injustice все больше и больше... Все меньше и меньше хочется запускать. Ну, сходи покушай. Подскажи, Шакалик, что тебе понравилось в Injustice? Что ты его за... что ты в него играешь.
Ай, ёп! Да. Ну, конечно же, я вифну панчом. Хоть запанишили. И это самый адекватный паниш, потому что если бы я запанишил по-другому, то... Ай, хороша. СВ, здравствуй. За имбомена продуваю? Кто продувает? Ну, ладно, я продуваю, потому что... Согласен, продуваю. В чем был смысл этой катсцены? Это такой брейкер. То есть, они сделали брейкер, попытались сделать брейкер интересней. А, фанат DC, понял тебя, все. Как говорится, ну, с фанатами не спорят. Потому что на то они и фанаты. То же самое, как... Со мной бесполезно спорить о Street Fighter, но... А есть у меня какой-нибудь реверсал такой клёвый прям вот? Хорошо разменялись, мне понравился урон. Не... А можно узнать, как вставать от этой от этого мити говна? Ну просто чтобы хотя бы было понятно. Отлично, Перри. Теперь буду. А, красав. Вот тут можно было комбить на больше. Это лол. Нет. Не-не-не, пошел он. Фуф, повезло. Кстати, Зод, он такой же топ-тир, как и Аквамен. Ну там, в пятерке, по-моему. За Зода очень, по-моему, топ-3 эволюшена взял Зод. Сколько по времени я обычно гружу записи на стрим на YouTube? Полчаса.
Ну, в принципе, тоже хотел перебить. Тут программа не поняла, что нужно от нее. Ой, как хорошо-то. Ну, хоть без лагов я могу комбить. Не зря, что ли, учил? Вообще неудачно. Ну, ладно, из угла. А вот, по-моему, я там зря сделал. Зря сделал лаунчер. Ладно. Так, он меня сбил ХП. Ну тут вот лаунчить после антиэра надо. Ну там лаунчер, точнее, надо комбить. А еще я, по-моему, не использую способность Аквамена. Ладно, это командник. Тут, как говорится, не поспоришь. Ну, в принципе, неплохо. Могло быть и хуже. Для человека, который в эту игру не играет, я неплох. Я выучил БНБ Аквамена. Не, Шакаликус, ты задрот. Поверь, такой же, как и я. Мы с тобой два отвратительных человека, которые играют нам чуть лучше, чем другие. Понимаешь? Серьезно стал игра Саврин? Здравствуй. Небольшая реклама моей группы ВКонтакте, а зачем ты ее рекламируешь? Кто знает, кому надо, те вступят. Кому не надо, те не будут вступать. Мы же, у нас нету стремления. Ага, болт-болт. У нас там ничего интересного, как правило. Только вода. И анонсы. Так что все. Да ладно, Перри! Слушай! Нормальные пацаны-то блоком не пользуются, а ты Перри делаешь. Я вообще рассчитывал, что Аквамен будет... Не, слушай, ну ты меня вынуждаешь. Все, Дестрок. Это такое то, что справа. Я сам не знаю, я DC не... Я комиксами не увлекаюсь. Обсуждение какое-нибудь было там? Да ладно. Я там Forever Alone. Не, норм. Ты напросился, ну все, ты напросился, Дестрок. Можно мне тебя тоже поменять? Поменяй. Ну ладно, ладно, давай. Doomsday. Решил меня этой дешевизной взять? Нет. Тут Doomsday. С Doomsday мы на Дестроке не поспорим. Против лома нет приема, если нет другого лома. Вот это про Doomsday. А, блин, таблеточку с витаминками забыл принять. Я не знаю, что дают таблетки Complete. Но, по-моему, они дают витамины. Надо принять. Линк, здравствуй. Какой вкусный бутерброд. Наркоман, конечно. Спидухой загоняюсь. Oh!
Но он тоже за Doomsday играет, так что вообще наплевать. Я не знал, что он так умеет. Да ладно. После этого можно еще и... Брайсто, здравствуй. Файтинг от NetherRealm 2. Да, я говорю, файтинги от NetherRealm, они пытаются быть как не все файтинги. То есть из-за этого многие люди, которые пытаются в них играть, очень сильно страдают. Пытаются в них играть, а не смотреть, я подчеркну. Это важная информация. Потому что люди, которые пытаются. На них смотреть, они особо-то не страдают. Бери флеша, Заргин, привет. Нет. Прости, но флеш это... Флеш алтир, и на нем играть против Doomsday это невозможно. Нет! Я на всякий случай прыгнул, но я думаю, что это было зря. Окей. Doomsday скучный? У него одна кнопка. Просто понимаете? У Doomsday есть спешл. Он прыгает вверх с активными кадрами и приземляется с unblockable'ом на противника. Работает это на определенной на пол карты примерно. Но если у вас есть метр, вы можете автокорректировать unblockable на всю карту. То есть, понимаете, это 100% unblockable на всю карту. Вот и все. Вообще ничего не надо просто. Ну. Вот, вот, все, больше ничего не надо, в принципе. Doomsday. Понимаете, вот. Вот это баланс. То есть в Street Fighter unblockable был. Там еще учитывайте, что есть армор. Паркем, здравствуй. Ну, у Doomsday есть армор. У Doomsday есть... У Doomsday есть армор. У Doomsday есть куча других всяких анти-эйр. Спешл, у которого есть сначала оверхед, потом лол. То есть это, блин, такой персонаж просто. Я говорю, это просто зачем таких персонажей выпускать, я не понимаю. Это ломает все. Ну, конечно, нормальные игроки, они там не могут это спамить, скажем так. Для нормальных игроков этот персонаж, они его контрят.
То есть, конечно, все контрибельно. И там у Doomsday просто реагировать на его телепорты и, скажем так, unblockable можно, но это сложно. То есть, на самом деле, да, я говорю, но, понимаешь, для новичков, которые... Там 15 минут. И отроду играют в эту игру, для них этот Doomsday, он как... Он просто тонко объясняет. Это как, в принципе, Deathstroke. Deathstroke посасывает. Согласен, но, блин... Чтобы Deathstroke вскрыть, например, нужно, блин, сидеть и... Просто превозмогать. Серьезно превозмогать. Фронтрайн, привет. Вот в этом-то вся и проблема. Так это да, это Шива. Шива только сильнее. Понимаете, Шива была абсолютно беспомощна, а Doomsday что-то умеет. А, вот это вот я не знал. Возьми Квину. Кто такая Квина, я не знаю. Прав МКНЖ, а не файтинги? Нет, МКНЖ файтинги, их просто балансировать нужно очень сильно. Ну, на самом деле, тут просто некоторые вещи просто у меня не укладываются в голове, нужно просто к ним привыкать. Вот и все. Да я знаю, что ты возьмешь что-нибудь еще, что-нибудь еще хуже, чем Deathstroke. Да это красава. Возьми Лютера против его Doomsday. Новый контрпик, что ли? Ну я понял, что так делать нехорошо. Гениально просто. Активы просто на стартапе активы. Зачем они там? Да, я в курсе этого всего. Не беспокойтесь. Нет! Ну ладно, тут уже хэп. Так что, например, превозмогать и понимать, как играть против Doomsday, мне нужно долго. То есть сидеть и понимать, как играть против этого персонажа. За цифру 6 возле хелсбаров возникает. Это типа, у меня стик воспринимается игрой, он по цифрам. То есть вот 6 это кнопку нужно нажать. Вот и все. На стартапе поймал.
Да не прыгал я! Ну ладно. Отлично! Пикни что-нибудь другое, я не... Пойти нельзя пикать ничего другое. Ну, на самом деле можно, но... Пикну, когда, скажем так, оппонент будет проще. Этот парень хотя бы умеет играть, так что нету возможности. И, ребята, не надо просить файтеров пикнуть что-нибудь другое. Файтеры тоже люди, они тоже хотят выигрывать. Это меня прям напрягает это. Пикни что-нибудь другое. Ты 15 минут задротил на фрейм на Рю, чтобы там, не знаю, нагибать онлайн. Ох уж этот армор. Тут все поломано. Относительно. Ну, конечно, да, это можно контрить, наверное. Надо сидеть, учиться и тренироваться. Я просто буду брать Doomsday, если будут мне брать Doomsday. Вот и все. Пошли нормально играть. Че на этих Doomsday'ях играть? Не актуально. Как канонизм на гейское порно просто. Что в этом есть? Catwoman. Похожее. Играть на Doomsday'ях и... Не бери его. Кого? Как Амена? Я больше ни на ком не играю. То есть, ну, Дестрок и все. Че выбираете? Дестрок? Как Амен? Отлично. Ну ладно, армор. Что-то там спасло кошку. Он, конечно, у нее лютый. Ага. Я тебя понял. Привет, Зингар. А я паков-у не хочу вот выкладывать, я говорил. Там уж больно люто у меня горело. Вот я там. Но если очень нужно, я выложу его. То есть я на самом деле не хочу его выкладывать. А что, он вам нужен, что ли? Вот это вот меня напрягает, серьезно? Это оверхед, да? Потому что у нее такие хитбоксы, это вообще, это лютейший минус просто. Повезло. Три раза тык и просто на сложным ударом. А, три удара. Ну. Там можно на спешл закончить. Спешл, так что. Я не вижу смысла этого делать. Begin.
А, этот метод. Ну, на стейдже очень ломает игру. А, кстати, напомню, что в пятницу у нас стрим по Mortal Kombat X. Да-да-да, еще. В пятницу в 23:00, ребята, стрим по Mortal Kombat X. Будут рассказывать о старой моде. Скорее всего, я просто буду выключать звук и не мешать слушать, что там говорят. Потому что и... Что там будут говорить, я не смогу переводить. Вот вам называется баланс, наверное. Можно назвать это так, или не знаю, может быть, он просто не играет кошку. Я подумал, у тебя доступ к бете. Ну, если бы. Нет, к бете никому доступ не давали. Там только альфа-тестеры. И вот замечу, что это плохо. Давно пора уже вводить на все игры. Ну, бета-тест, скорее всего, стоит много денег из-за этого. Разработчики не хотят вкладываться. Да как это может быть оверхедом? Ну это ж... Имбастис, я забываю об этом. Ага! Стерва! Он пытается увернуться. Вот, ага, это просто имеет армор. Есть метр, а он, значит, будет делать вот это вот, чтобы все, я откинулся. А, командник. Или что это? Вот зачем я активировал способность и сделал Avenger. Мы просто зазоним тогда. Не успел. А он. Вот он сейчас победил бы. Ну как победил? Он бы подошел ко мне, успев бы раньше прожать усиление спешла. Вот хочу заметить то, что в Injustice очень глупая система усиления. Чтобы усилить спешл, нужно нажать спешл, а потом после этого нажать кнопочку специальную для усиления. И некоторые спешл просто не успеваешь. Вот сейчас бы она не проиграла, скажем так. Catwoman она могла не проиграть, потому что... Спешл бы активировался раньше. Нет, я, конечно же, не радуюсь то, что я победил. Но я думаю, что игрокам было бы проще. А хитбокс ужасный, господи, это вот... Ну, давай попрыгаем. Ага, вблизи тут понятно. Я все понял. Так, сейчас там будет попытка пройти, подойти ко мне. Да, вот она. А, это unblockable, что ли? Я не понимаю. Как его блочить? Надо было больше урона делать, потому что у меня полный метр.
Да ладно. Аквамен читер, но он один из топ-тиров. И мы не будем говорить про матчап Зода против Лекса Лютера. Совсем. Или может быть поговорим об этом. Как вы считаете, какой матчап у Зода против Лекса Лютера? Один, хорошо, а еще есть предположение. Хотел зажариться. Кинцо! Зачем так с библиотекой? Теперь придется к стоматологу идти. На 999? Нет, это как-то круто. Зачем я это нажал? Не знаю. Не, ну если матчап там... О! А ее можно сбить в этот момент? Там, не знаю. На всю карту просто на... Да не хотел я это делать, дура! Надо сделать усложненный импут, потому что он помогает очень сильно. Не, ну 9-1 это, наверное, самый верный вариант. Потому что уж больно. Да, наверное, вот так вот сейчас. О, да. Вот оно. Give him your energy. Oh, that's it. Guys, the game's over. That was so ballsy. The game is over. Huh? It's over. On a scale of balls. Well. Oh, man. And it begins. It's over. No. NRS, please. Инурес, плиз. Там у парня ник НРС? Нет. Someone call freaking those guys at NRS right now. Это даже хуже, чем Кабал. То есть, просто хуже. Не, ну там есть, конечно, есть нормальные матчапы. Но... То есть у Зода есть все, чтобы просто напрячь. Вот, Хоткраб, привет. Замечу, чем медленнее летят прожектайлы, тем сложнее их обходить. То есть медленные прожектайлы тяжело преодолевать.
Самое обидное, то, что Лексер в этом матчапе не светит ничего. Перепрыгнуть он их не может из-за того, что он очень тяжелый и медленный. Перепрыгнуть он их не может, наконец-то дошел, да. Лекс Лютер зашел, дошел, и у него появилось второе дыхание. Но... Нет, все, это все. Он ставит всю полоску, у Лексера нету полоски, его отталкивает и... Все. Бандолера, привет. Блин, надо этот... Эту игру надо найти. Серьезно, мне хочется ее найти полностью. То есть, просто посмотреть. Как она на самом деле выглядела. То есть, полностью. Ну, это мы, кстати, это мы уже посмотрели. Новые саппорты, да? Ну, новый топ саппорта. Просто парень вчера взял и скинул 2000 на... Я пока не знаю, я надо спросить парня. Может быть, лучше купить на PC тогда? Стоп. Мне хочется узнать. Блин, это вот повтор. Я хочу полностью увидеть эту игру. Они мне запись дают. Повтор предыдущих моментов. Или может быть... Ну, не знаю. Так, попробую. Ну-ка, может быть, тут есть... Сейчас я посмотрю. В топ-8, кстати, все-таки тир-листы работают иногда. Сейчас я просто для себя посмотреть. Может быть, в топ-8 они играли? Это был топ-8, хотя я сомневаюсь в том, что Лекс Лютер выбился там в топы. Ну, давайте уж раз в серии, давайте посмотрим на последний. Финальный бой. Я же испугался, там Mortal Kombat. This, да, это финальный бой. И кого мы видим? Кого мы видим в финале? Неужто... Ребята, ребята, тир-лист просто работает на 100%. Я даже не удивлен. Один топ-тир против другого топ-тира. Да. Грустно, это очень грустно. The reactions from this kid. I don't know how he reacted to that. I don't know how he punished that with a jump in two. Absolutely impressive. He did. Why is this character not banned in the US? Oh my god, no punish. In China they banned this character already. Oh, didn't save him. Oh, didn't save him. Comboed it. Он, надеюсь, не в этом его изобрел. Не в Injustice. Вот это будет ужасно. Какой персонаж поумнее, да? Это выясняется, кто из них God-tier на самом деле, вы не думайте. Это мы как раз выясняем, все-таки, кто поумнее, у кого матчап. Матчап уверен 5-5, потому что один поломан, что второй поломан.
Ну, я вижу, что Соник, он как там ник? Ну, короче, у Марсианин очень летает на ансейвах. Прям совсем летает. Просто не уважает оппонента. Просто даже не думает, но это как пускать шарюкен в блок. Пять раз подряд. Хотя, может, я что-то не знаю об этой игре. Я точно говорить не буду. Я только смотрю то, что и качество повыше нету, простите, ребята. Не, понимаю, там вообще Injustice Community, она очень веселая, потому что вспомню 18 бит, который орал, но до сих пор еще. Но у нас уже на стриме это мем пошел. То есть I'm the best Catwoman in the world and I'm no matchup versus Batman. Hadron Wave, что такое? Что случилось? Что-то пролаги какие-то. He's keeping him out. He's doing more jump backs, orbs. Ну вот опять, но и не наказывает. Может быть, это был сильный, он не панишится. Не могу на Инжу смотреть. Я вот сегодня думал над. Серьезно задумывался на тему. Может быть, СФ постримит. Ну ладно. Ну, неплохо зажал в углу, кстати, комба вообще неплохо. Комба очень крутая получилась. Но зато тут есть комбо, чё вы. В Street Fighter это комбо нет. Скучный файтинг. Не соли меня. А ты не солись. Так теперь будет сегодня стрим? Блазблю нет у меня. Как понять, так теперь будет сегодня стрим? Не, я не люблю переключаться на дисциплину. Я подготовился к НЖ, я все настроил, я не хочу переключаться. Там нету инфинита, но там максимум, когда урона, когда максимум делают 200, по-моему, 79 хитов, и то там не убивает. И там нужна полная полоска, и так что это не инфинит. Нет, он не сегодня будет. Он будет завтра в 23:00. Паркем завтра. Они перешли на летнее время, так что у них стримы начнутся. Ну, они перенесли на пятницу и 23:00. Я не хочу, чтобы мне забанили Steam аккаунт. Как тебе ролик Кейджа? Там не только Кейджа, там всей семьи Кейджей. То есть Джонни, Сони, Кейси, Кейдж. У меня будет 2 часа ночи? Ну да. Посмотришь, вот. Следующая МК наверняка будет очередная МК в SDC. Нет, они говорили, Injustice 2 будет, шакалька. Они уже, по-моему, зарегистрировали марку. С отсылкой на Сияние? А что там за отсылка? Я Сияние не смотрел. Я только сижу, задрачиваю файтинги. У меня нету времени на эти игры. На эти фильмы. Даже на аниме нету времени, серьезно говорю. Я теперь аниме не смотрю. Сижу, проснулся, выгулил собаку, подготовился, подумал, что же надо сделать, чтобы стрим, чтобы качество стримов поднять. Поковырялся в носу, запустил, Сияние, да-да-да. Там, не знаю, поиграл в Hearthstone, выполнил делики, запустил стрим. Только хентай, да, только хентай. This is nuts. There's no way.
Не, а, это хоррор, я хорроры не могу смотреть. Мне от я пытался под... Понимаете, у меня детская психика уже нарушена была, я в детстве посмотрел ночью, в детстве посмотрел Джиперса Криперса. Вот, после этого, я не знаю, нормально не могу хорроры переносить, меня от них лютый страх. Я просто запускаю какой-нибудь, что у нас там ходил, последний я запускал с хоррора, пытался пройти Outlast, выключил. Ну, в принципе, там у меня в самых таких ранних версиях есть... Блин, убери ее, фу, а! В ранних версиях есть... Оно, посмотри. Оно, я что-то помню такое страшное. Вот. Я пытался постримить Outlast, но у меня ничего не получилось. Я просто дропнул после часа игры. Есть два ввода, на которых я просто испугался выбегающего мужика из двери. Все. I don't understand. It's like they program the move, anticipating it, never with. It's over. It's over. Sonic Fox! Sonic Fox takes it, continuing his streak of being undefeated since Evolution. This kid is ridiculous. Теперь Бэтгерл должна быть. This kid is ridiculous. А где хайп? Как, а люди должны кричать там, говорить, ууу. Блин. Они даже женщину какую-то посадили. И вот этот вот парень в очках пытается ей клеить эту женщину. Крутые комбы Зарю и Кена? Ну-ка, может быть, я там что-то не видел? Серьезно. Крутые комбы Зарю и Кена. Комбо-видео. Комбо-мувики, ребята. Стритфайтеры. Ну-ка. Там это... На самом деле, ребята... Ну, скажем так, ребята, есть вот такой вот канал, называется он... Сейчас я вам скажу, как... Да, сейчас немножко... Минутка этого... Минутка... Стритфайтера, не переживайте. Вот канал как называется. Обязательно, кто любит комбо, смотреть его, потому что на этом канале... Да еб... Токены сбросились. На этом канале комбы собраны такие, что... Самый крутой комбо-мувик был это Рюво... Сейчас я найду его. Это Триало на Рю одной рукой. Вот это был, наверное, самый клёвый комбо-мувик, который я видел. Сейчас Омегой занимается, то есть парень комбит специально... Да, вот давайте посмотрим. Что как, Бандолера? Тут некоторые... Некоторые из этих комбо даже японцы не могут повторить. То есть это... Я не помню, как его зовут-то. Деск, да. Это... Эти комбы даже японцы не могут повторить. То есть это... Деск настолько крутой. Китов это БНБ, ты попробуй это БНБ сделай. Это не БНБ, это специфика комбо, работающие только исключительно вот в каких-то конкретных ситуациях. То есть они не просто работают там
их можно запустить только вот если ты соблюдешь определенные условия. Вот этого, например, комбу никто не сделает. Там нужно несколько раз выучить консол. На LFR там, то есть это Armor Console, он идет только определенное количество времени. То есть вот то, что сейчас человек делает, это я не знаю, я не знаю, сколько он учился это делать, но это очень круто. То есть это спешл с армором, который он кастит. Все говорят то, что если бы Деск участвовал в турнирах, то он бы мог. Он, это человек, вот, который сейчас комбит, это один человек. Он занимается именно тем, что просто делает комбы. Это у него хобби такое, не знаю, комбить в Street Fighter. Вот, и... он не играет на турнирах, но если бы он играл на турнирах, я, наверное, не знаю, просто хайп был бы постоянно, когда он комбил. Такие ситуативные... Он знает столько ситуаций для выхода на комбо, что... за тренер став, он, наверное, сможет топ-10 держать точно. То есть тут десятки однофреймов, десятки ситуативных мувов, которые нужно знать. То есть вот, например, Dash Special, это не такой простой мув. Вот, например, за Гена многие не знали то, что есть консол, но если в момент фокус атаки прожать стойку Гена, то фокус атака канцелится. То есть и таким образом вы, прыгая со стойки на стойку... А, вот, кстати, знаменитый инфинит за Чен-Ли. То есть тут он уже просто проматывает, потому что тут очень долго. Серьезно, очень долго. И самое главное, счетчик комбо не засчитывает их. То есть там 990, все. Выше нет. Тут уже такой фан пошел. То есть это... Есть даже соревнования по комбо в Street Fighter. То есть вот они специально делают ситуацию, в которой нужно добить. Это за 3 ультры уже, то есть это тройная ультра. То есть они комбят 3 ультры. Но это можно сделать только ситуативно. Я не понял, как они снимают пол хп себе. Но они это делают в какой-то специфической программе. А, точно, там боксер, да, я забыл. Боксер сносит. Только хп. Задержит секунд 50, ага, понял. Жесть. Ну ладно, не буду мучить вас Street Fighter, мы же все пришли смотреть. Так что если вы хотите смотреть комбо, то вам нужно... Ну, по Street Fighter нужен деск. Там такие комбо, что... Ну, вообще, их лучше не учить, сразу говорю. То есть, если вы хотите учить эти комбы, то лучше отказаться от этого, потому что... Это уж слишком специфик. Ладно, поехали. Что, ребята, там у нас Шакаликус-то готов? Мы тут все ради СФ? Ну, я немножко вас потравил, ребята, чё вы?
Смотрите, вон, видите, было цеп. Dream Junkie, здравствуй. Самое обидное, я, по-моему, потратил. Нет, я еще не потратил полоску. А, ну что я делаю? Я пытаюсь антиерить. На! Армор. Быстрый стартап, что ли? Выбрался из стены, но проиграю сейчас. А ранг на всех персонажах многие не поймут. Я потрачу огромное... Она берет... Многие не поймут, а я буду пыхтеть и... До сих пор Б-ранг не оценил никто, понимаешь? На Б-ранг ушел год, а его не... Всем наплевать, понимаешь? Так что я пока от всяких А-рангов... Откажусь, это не актуально. Можно было больше закомбить. Вообще, да, все, она... Эх. Эй! А как должны были оценить баран? Ну, скажем так, тратишь много сил, а в итоге ничего. В итоге просто, ну... Просто я мог потратить это же время на там освоение ибуки или каких-то более сложных сетапов и стафов, и лучше научиться играть. Донатом же? Ну, не. Я говорю, если бы я хотел что-то популярное, чтобы донатили, то я бы уже давно стримил бы не файтинги. Да ладно! Что забейте. Кино? Кино. Так что файтинги — это немножко другая дисциплина. Надо турниры стримить. Ой, как хорошо зашло-то. Так, закомбит. Ну, тут я не достану. Отлично. Сегодня группа Лига, иди с комментатором, слушай. Ну, там бобр есть. Нафиг я там нужен? Там... Он правильно, кстати, делает. Я-то только и жду, чтобы... Только и жду, чтобы сделать какой-нибудь оверхед. Ждешь уже этого мула? Серьезно, уже жду. Смотрю на полоску, есть метр. Скорее всего, сейчас полетит, побежит. Так что... А ранг на одном конкретном? Нет. Так я и не добил. Ара. Ах,
Отлично. Мне кажется, что я зря так полоску трачу. Жду. А, перебил. Вот это что? Мой миксер. Нет! Игра. А, не закомбил. Слава богу. Пытался сантерить, из-за того, что он пригнулся, я не попал. Я не вовремя кнопку нажал. Мастер ранга SF на консолях — это именитые игроки. Вот-вот-вот. Ну что я? Человек такой. Ну! Комблю как умею. Нет, пш. Блин, прыгать нельзя. Я не знал, как она работает. Возьмите любого игрока. Да ладно, у него был метод. Не посмотрел, ладно, сам виноват. Посмотрите, Такидо. Ну, короче, топовых игроков, мастеров. Я прям вам по никам и персонажам готов перечислить. Ну это уже начинается какой-то Mind Games. Что? Чего он ничего не делает? Он же может зонить. Наверное, боялся то, что я это просто начну перебивать. Он меня переоценивает, мне кажется. Абуз? Что такое абуз? Это какой-то скрабская... скрабский термин? Простите, тут нету скраба. Есть грандмастера? Где-то понятие обуз. Ну, не закомбил. Да ладно! Отказываюсь вообще от этого слова. Нет понятия абуз. Есть то, что можно делать постоянно, но, скорее всего, это наказывается. Чем чаще вы это будете делать, тем проще это будет наказать. От того, что игрок это не панишит, это не значит, что... я плохой и делаю это постоянно, значит, что игрок плохой. Все просто. Я просто нет в состоянии абуза. Ну да. Ну
Думал, что достану. Ну ладно, достал. Бросил. Так, у нас есть метр? Метр есть. Надо почаще смотреть на эту шкалу. О, не знал. Тут молнию добил. Можно было не добивать, на самом деле, зря метр потратил. Надо было попасть оверхедом для начала. Это было мерзко. Come to mama? Иди к мамочке? Тихо, тихо, тихо. Не, да еб... Инжастис, ты твою мать, я тебя ненавижу. Такой инжастис, я случайно прожимаю на стике диагональ вниз на назад, и он меня... Ну ладно, тут можно было выиграть. Я заволновался и прыгнул, там нужно было просто Мити попасть... Трезубцем, все. Очень на соплях. Встречу он сменил. А что дальше? За 3 метра эти читаются. И просто смотришь на 3 метра. Что будет делать кошка? Конечно же, она будет делать свой. Сейчас снова побежит. То есть она не просто так. Хватит жрать это, Адван. Уже просто читается. Уже просто смотришь и уже должно было давно читаться. Сейчас снова будут. Да. Стоп, это не оверхед? Нет, я тут... Что-то я не понял, но... А, это просто был спешл, наверное. Ладно. Да. А.
Вот я не делаю. Не делаю этот спешл. Какого хрена? Игра. Ты решаешь за меня, когда поражать спешл, да? Она замахнулась. Не прожал. Господи, сколько там урона. Отвали. Так, знаете, что я поставлю? Я поставлю тройку. Да. Вот можно было и... Можно было и закомбить. Я еще могу пикнуть что-нибудь другое, ребята, там, дестрога какого-нибудь, но вы должны понимать то, что это будет еще хуже, чем сейчас. То есть это будет на самом деле еще хуже. Мы будем сидеть, и я буду сидеть в углу карты и делать пил-пил. Поэтому лучше уж я буду пытаться комбить, чем раздражать вас дестрогом. Кстати, есть тема по Mortal Kombat X, там вы можете, кстати, обсудить последние новости, которые, в принципе, я туда вбрасываю постоянно. Что? А, можно было и... Так, тихо, тихо, тихо. Ай, хорошо. Эх, ну, можно было закомбить, но метра не было. Ладно, все. Смотрим лучше на полоску. Вообще, полоска меня немножко напрягает. Не видно делений, точнее одного первого деления почти не видно. Я, конечно, понимаю, что все видят, только я не вижу. Вот, но все же. Ладно. Ладно, я понял. Я все понял. Да. И вот тут вот нужно было комбить. Да ладно. Тебе. Фух. С горем попал, он даже полоску не стал, не пришлось тратить. Когда ж меня не спас? И что сейчас делать? Ничего, проигрывать. Да. Я не смог сделать оверхед. И нужно вообще отказываться, а то я делал оверхед на средний удар, а нужно делать оверхед на лайтовый. Правда, после него не скомбить, но там хотя бы выходишь на блокстринг. Ну, ошибки. Даже без них. Даже знал, что я сейчас буду делать. Я подумал, что это будет... Он испугается, но он не испугался. Вот у него получилось. Почему у меня так не получается? Я не смог? Ты не смог? Или что? А, то есть она уворачивается и от... не только от спешлов, но еще и от ударов. Че, стоим, кого ждем? Ну, разменялись. Правда, разменялись не в мою пользу. Пытался подпрыгнуть. Еще делал снова unsafe. Ну, она пыталась прыгнуть, ничего не получилось. Oh!
face the might of Atlantis. Gonna cut that pretty face. Что-то мне не нравится эта люстра. Бросок. Не дотянулся. А все почему? Все потому, что нехрен срать. 2-2. Все просто. У него пошел какой-то Mind Games, а я сижу до сих пор на одних и тех же граблях. Спотыкаюсь. Это мне уже люстра... Ну, я понял то, что люстру надо вообще сразу же просто... сразу же удалять. Но вообще, лучше всего это... Лучше всего это сразу все уничтожить, чтобы лишнего интерактива не было на карте, а то он меня напрягает. Ну, у него часто он пытался встать. Ничего у него не получалось. Вспомнил о том, что у него есть антиэйр. Но... затыкали. Вот просто как один интерактив поломанный, ну, пару раз попасть интерактивом меняет игру. Ужасные. Ужасные интерактивы, конечно. Они просто... иногда превращают Injustice в какой-то прям... Есть слухи, что... Да, я, кстати, забыл сказать о том, что... Ходят слухи, что... Джейсон с пятницы 13 появится в игре. Ну, это тот, что в маске. Ну, помимо уже известного спавна и... я пытаюсь прыгнуть выше головы, да? Помимо уже известного спауна и ходят слухи о хищнике. Так что есть, но пока точных подтверждений нету и вряд ли они будут, я думаю. Потому что пока еще рано вообще о DLC говорить. Слишком рано. Только слухи пока. Ладно. Это было больно. For Atlantis. Gonna cut that pretty face. ВМК будет спаун? Да, очень много слухов ходит вокруг спауна. Дарт Лекс, приветствую. Ультрун Авейкин? Можно, но нецелесообразно. Авулсид уже заявили, что для каждой платформы своего не будет. Уже официально.
было сказано. Потому что такие бойцы банились на турнирах, и это очень плохо сказывалось на балансе игры. То есть кто-то эксклюзивный для PlayStation Кратос на всех турнирах банился. Потому что Кратос, ну, матчап-то надо учить как-то, правильно? А? Хорош. Так, пятница 13, это ведь уже завтра? Да, вторая пятница 13 завтра. Туда, куда не нужно лезть. Так что для каждой своей платформы не будет уже официально информация эту. Эту информацию уже подтвердили. Нет, понимаете, это старая. Это старая такая. Да, очень часто были любимые гостевые персонажи, но сейчас это убрали. Ну, то есть от NetherRealm точно отказалась от этого. Нет, в Injustice вообще Dark Lex, а где ты видел кроссплатформенный онлайн в файтингах? Он где-то есть, его нигде нет. И бояться его не стоит. Нужно наоборот его ждать. А, ладно, хотя бы разбили. О, как хорошо-то получилось. А, увернулся. Вот это вот не хотел я делать. Он пытается лезть в Мити. Ну ладно. Тоже не хотел. Тут мог закомбить. Карт, привет. Хорош. Я не знаю, я пока вряд ли смогу победить. You face the might of Atlantis. Come to mama. Не, кроссплатформенный онлайн есть. Guilty Gear Xrd. Между PlayStation и PlayStation 3 и PlayStation 4. Будет в Street Fighter 5. Есть еще в некоторых играх. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, если Capcom будет следить за своими играми, то. А они вроде относительно следят, то все будет хорошо. Но кросс-платформа, она дает некие преимущества. Ну, нужно было прыгать, наверное. Yeah.
ждал, ждал, не порался. А, достал. Просто снесло лицо пианином. Эксклюзивность? А файтинг не должен был быть эксклюзивным. Понимаешь, у файтингов нет возможности быть эксклюзивными. Это не та игра, из-за которой люди будут покупать консоль. Файтинги это им наоборот нужно раскрепощаться, потому что люди в них не играют. А кто-то там что-то будет говорить про эксклюзивность. Уже давно люди не покупают файтинги. Поэтому именно наоборот надо в массу идти. Поэтому неверное решение. Все-таки вот что нужно в первую очередь сделать, это понерфить интерактивы. Интерактивы дают огромное преимущество. Попал двумя интерактивами. Считай, победил. Киллер Инстинкт. Киллер Инстинкт на PC собирается выпустить. Из-за того, что и сами Microsoft задумываются об этом, потому что люди не хотят покупать консоль и стик для него, для консоли, чтобы играть в Киллер Инстинкт. А тогда Киллер Инстинкт эксклюзив. Киллер Инстинкт не продавец бокса. Киллер Инстинкт оценивают не так высоко. Он, конечно, не спорю, хорошая игра. Но не только ради... Да что ж ты пытаешься сделать там? Адуан комби! Батюшки комби, Адуан комби, дура! А. Injustice 2 скоро выйдет? Ну, через год, когда Mortal Kombat совсем умрет, если умрет, то выйдет. Ну там отдельная студия работает. Я думаю, они смогут что-нибудь придумать. Во всем мире скажут, что... Я сомневаюсь. Надо нахрен сносить эту люстру к чертям, она меня раздражает. Понимаете? На... Sony проплачивает игры, разработку играм. Так что... Это нормально. А чё ты ездишь, кошку раскатываешь? Не знаю. Достал. Ну да, логично. Клёвое решение. Вообще все это обсуждать тему, ребят. Каждому свое.
Кросс-платформа от того, что будет кросс-платформа, файтинг от этого лучше не станет. Ой, хуже не станет. А если кросс-платформа будет работать хорошо, то даже лучше. Ну, мне выгодно, кстати, размен. Ну, ладно. Не повезло мне в этот раз. Кросс-платформа с планшетом. На планшетах не будет MKX, там будет карточная Mortal Kombat X. Я очень скептически отношусь к этим карточным файтингам. Это очень, скажем так, для истинных фанатов. Лучше бы истинные фанаты брали и задрачивали комбы, а не играли в Mortal Kombat по дороге на работу. Вот, ну ладно, это сугубо мое личное мнение. Никто еще от этого не умирал. Ну да, конечно, логично, просто прекрасно. Просто пианино на лицо. Хорошо. Так не будет? Ну все, ну. Кросс-платформа с планшетами не будет. Я говорю то, что Mortal Kombat X он выйдет на. Ух ты! Просто мастер антиэйра. Просто панч на реакцию. О, кстати. Тема-то какая. С оверхедом. Мама Нептуна. Так что ждем. Mortal Kombat X он будет неплохим. Обещают. Неплохим. Наверное. Блин, я не знаю, там играть кто-то хочет еще. А то, я думаю, Чак Эриксон уже заигрались. Сет в 30 игр. Да до хрена уже. Ой. Почти с антиэрио. Вот полоску не хватило. Не вот не хватило полоски. На свой. На свою гребаную люстру. Ты не буду я пытаться кидаться в тебя копьем. Зачем мне это нужно? Ты уворачиваться умеешь. А, да. Неправильно я Мити пользуюсь. Что? Она когда уворачивается от удара, получает заряд
Вот это вот заряд. Я не знаю, что это заряд дает. Но он, наверное, явно что-то опасное. Ну, сделаю самый ансейвый мув, который я только могу сделать. Будем тыкать в эту кошку своим гарпуном. Как вилкой просто. Что делать в таких ситуациях, правильно? Не надо ничего думать. Не надо там пытаться прыгнуть выше головы. Просто тыкайте. Тыкайте гарпуном в кошку. Черт, у меня кофе заканчивается. А если заканчивается кофе, то скоро закончится и стрим. И все? Поиграли? Хватит? Ну, знаешь ли, если бы я умел играть в эту игру, то ты бы проигрывал не с таким счетом. Просто сразу. Сразу победа. Ну там должно быть больше минуса, наверное. Кто-то скажет, что босс, а я скажу просто скилл. Not luck, just kill. Копим метр, на самом деле. Mind games. Выйдет до последнего. Знакомьтесь, это Миксар. Ну, ничего, не страшно. Не, ну кошка лолтир. Ее что-то так раскрывать тяжело. То есть, вот, парень сидит, пыхтит, и у него ничего не получается. Я считаю, что ну, такие персонажи это... Это беда. Играешь как Аменом и у тебя хорошо. Я бы хотел, честно, я бы хотел поиграть там, не знаю, взять какого, ну, поиграть с King of the Hills, там, побольше персонажей, побольше людей, но не могу. Не могу, потому что, ну, Injustice так работает. Точнее, не работает. Ауск у нас есть. Ну, у нас, правда, хп нет. Ну, ладно, пусть посрется, как говорится. Лучше сейчас, чем потом. По кошке это не работает, я понял. Я просто тренировал эту комбу, и она работала. А, нет. Пыш. Остановись. Но. Добил. Подлец. Ну ладно, держи в ответочку просто. Я что-то со страху аж заюзал. Так, давайте. Ставим все, что у нас есть. И вот это вот должно было быть комбой.
Но я-то сижу, я просто как файтер, я сижу и думаю. Ну там. У меня в голове сидит чувак, который говорит мне: Адуан, вот сейчас нужно комбить, а сейчас не нужно комбить. Вот. И вот этот чувак, он не справляется со своей задачей, потому что тут нужно набирать в буфер. Вот ты видишь там комбу и начинаешь вот херачить ее в буфер. Во всех файтингах не так. Я уже говорил, уже каждый стрим я говорю о том, что когда я запускаю Injustice, я разочаровываюсь и... Угу. И говорю то, что, блин, в Injustice не все как у людей. Ну да, да, это легкий персонаж. Вообще, в Injustice не работает понятие хит-конферма. Вот, если проще объяснить. То есть для тех, кто играет в файтинге, наверное, будет понятнее, но они могут не согласиться. Хотя в чем. Хотя, если они объяснят мне, что Адуан, ты не прав и ну, то я, может быть, приму это. Он старался. Ну, бросок хорош. Багдаш не удался. Надлюк, здравствуй. Я не прав? Будет обоснование или же нет? Читабельно. 3 метра, что делать? 3 метра, мало хп, что делать? Конечно же, ансейвовый мув. Здорово, Ностром. Почему ПК? Мы просили, видишь? Мы там просили, очень долго просили меня постримить Injustice на ПК, стримлю. Да. Да не хотел я это делать. Жесть. Ой, спасибо. Клёвый инвули. Мне понравилось. Да-да, этот персонаж, этому персонажу на... Да брось тут в неё, пожалуйста. Тут что, 2 персонажа? Ну, в файтингах вообще существует такое поверье, что... Лучше всего ты будешь играть в файтинге, если ты будешь играть одним персонажем. У нас 2 человека, следовательно, 2 персонажа. Это только поверье, понимаешь, тут. Ну, там, задроты какие-то играют в файтинге, говорят такие, типа, блин, чуваки, играть нужно одним персонажем. А люди такие, да нет, ты чё?
многие топовые игроки в чатиках, они играют на всех персонажах. Специально рандом кнопку тыкают. Ну, это просто, понимаете, это элитный скилл. Вот. На самом деле, все вот топовые игроки, которые Эву берут, они слабые. Вот. Самые сильные, это в чатах ребята сидят, они кнопку рандом тыкают. Так еще выбор-то есть? Ну да, есть. А, ты имеешь в виду... Ну, на отгрыв, прости, я тут. Ну, у меня уже, понимаешь, у меня... В комьюнити такое уже отношение сложилось на СК2ТВ, то что... Ну, многие тут не играют в файтинги и... Прости. Надеюсь, ты поймешь. Вот, выбор есть, выбор есть. Что ты напал на человека? Ну, ты понимаешь, ну, Ностр, ты должен знать это, как никто другой. Почему я нападаю на людей? Это меня уже... Уже это скрабство достало. Где вот те люди, которые играли в файтинги в 2000, там, 2000-х годах? Понимаешь, где все эти люди? Где люди, которые играли в Сегу? И просто уже... И не боялись этих файтингов. Говорили файтинги, да мы там однофреймы делаем. Это они скучные, мы лучше пойдем... Боша пройдем 500-й раз на... без сохранения. Зал босса? За какой босса? Он защищался, да, вот Кадем он. Кадем, здравствуй, правильно пишешь. Давай выберем что-нибудь другое. О, люди уже встали. Кого взять? Не знаю, просто по фану. Или вот так вот. Да, лучше вот так. Они сейчас играют в дотку. И такие говорят... Мне нравится. Часто люди такие... В файтингах задротить надо. Потом такой смотришь на людей. Там 2000 часов в доте. 200 часов в неделю. Такой. Файтинг задрочить надо. Это очень весело. Джокер пикает, и мне хочется, чтобы у меня просто нервы... Он вовремя активировал яд. Ага, полностью инвул. Thank you.
Сержант, здравствуем. Народ приходит на стримы, чтобы посмотреть на игру. Но файтинги просто не про это, наверное. Не знаю, могу ли я так говорить? То есть про то, что файтинг, когда, ну, файтинг это, они в принципе это, либо ты, можно вообще их не стримить, конечно. Вот. Потому что... Ну, потому что как бы файтинги, они в любом случае про два задрота. Ну, либо ты, либо два задрота, либо это... Ну, тебе показать игры двух не задротов, которые тоже так же, как и вы, хотят посмотреть игру. Я могу показать. Все мы знаем этих ребят. Ага, там третий, а он инвульный. Ну, не получилось застрелить просто. Пэри в один фрейм стартап, ничего не знаю. Нормально. Хороший Пэри. Понимаете, ну... Если вы хотите посмотреть игру, то... Ну, на моих стримах, наверное, вы этого не сможете увидеть, потому что я в основном тренируюсь на стримах. Ну, то есть, у меня спортивный интерес в файтингах. То есть, я сейчас сижу, и для меня интересно побеждать оппонента. То есть... Нет! Что я... Конечно, понимаете, что это никому не интересно. Но вот видите, кто-то смотрит. А, нет, да. У него... Надо следить за ядом, у него яд. То есть и как каждый раз, когда он юзает яд, у него активируется урон. Без этого яда Бэйн бесполезен. Привет, Реборн, как тебе новый трейлер? Ну, уже с утра. Ну, раньше обсудили. Ну как? Семейка, Хейджи, чё, нормально. Я говорю, я всему этому не удивляюсь. Я уже... мы уже который раз говорю, что вот то, что мы увидели в... Последняя информация от альфа-тестера, вот это будет в конечной версии игры. То есть я уже жду последних... То есть я жду DLC персонажей, потому что все остальные персонажи для меня известны. Не можешь Бэйном, эх ты, слабый. После того, как ты взял строк, ты стал мне отвратителен. G-Sover, здравствуй. Подгори файтинг? Ну да, мы тут немного подгораем, по чуть-чуть. Игражуры одно время турниры устраивали, Drunk Fighter. Ага, ну вот. Я хочу возродить, ну никак не возродить, я подумываю над турнирами. Вот все время, каждый выходит новый файтинг, и я все думаю над турнирами. Я какую-нибудь там, не знаю, Junior Лигу сделаю на СК2ТВ. Или не знаю, или просто турнир будем
делать и все. Супермен. То есть все говорю, я сделаю турниры на СК2ТВ. Я сделаю турниры на СК2ТВ. Уже год это говорю. Просто год. Прием. Какой хороший трекот. Блин, я все время спрашиваю, ну, мне говорят «Сияние», а я не смотрел фильм «Сияние». Я боюсь «Сияние» смотреть, потому что я боюсь хоррора. Мне все говорят, как тебе фильм, как тебе отсылка, а я сижу и не понимаю, что там за отсылка. Классно! Хорошие хитбоксы. Хороший слух. Как капец гарпун-то кидать? Что они сделали? Да ладно! Гарпун не на назад? Господи, вам... О, боже мой, назад вперед. Вот вы не очень. Да, конечно, Скорпиона понерфили вообще люто. Чем он гарпун-то не угодил? Как это? Банкай! Нормально! Инвули! Хороший инвули! Хуже, чем на казуала? На что? Нам... Ты про это? Про Супермена? Да, согласен, Супермен отвратительный. Чем быть казуалом? Ну не знаю, люди просят каких-то других персонажей, то есть, ну, я-то чё сделаю? Люди жалуются. Чего? Никак... О!